Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную. Уничтожен, разбойничьи, орды немыслимых захватчиков. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Бутусова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого неба. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Вот сами мы, люди, вперед!